Друзья, ну смотрите, вот постояла пустовушка у нас, и у нас замерзло все. Видите, там ротан бьется. Замерзло. Сейчас нам придется маленько долбить. Давно ее не проверяли. Там, как говорится, на дне у нас рота. Да, смотри. Короче, замерзло. Там ротан торчит. Сейчас снимал его. Продавить? Давай, продаешь. Ребят, вот видите, сейчас Михаил, по-моему, продавил сейчас. Видите, такой ротанчик. Можно сказать, онлайн. И сверху льдина такая. Ну вот смотрите, толщина льдины такая. Ну, наверное, полчаса мы ее не проверяли. Ну что, такая вот у нас рыбалка.